Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о таком популярном виде инвентаря, как ласты. Их огромное множество, разные формы, жесткости, у них отличаются и другие параметры. Сегодня мы разберем линейку MadWave. Спасибо им большое за предоставленное оборудование. И сегодня мы разберем их по категориям, что является откровенно не очень хорошим вариантом. Ну как это может быть в 21 веке? Какие нормальные, сомнительно, но окей. Сомнительно, но окей. А какие самые крутые? Круто! Да это ж круто! Меня зовут Александр Бубнов, я мастер спорта по плаванию, и мы начинаем. Друзья, ну а для начала хочу сказать пару слов о длинных ластах. Монтажер, сделай вот здесь, пожалуйста, длинную ласту для аквалангистов. В таких плавать уже не принято. Во-первых, они неудобны в носке. Во-вторых, мешают окружающим, которые тренируются вокруг вас. Ну и в-третьих, они просто являются чит-кодом. При очень длинной ласте ваша работа увеличивается раз в так в 15. Вам кажется, что вы всесильны, можете плавать невероятно быстро, но как только вы их снимаете, ощущение, что вы вообще ногами работать не умеете. Поэтому сегодня обзор будет именно коротких моделей, и плавать рекомендую именно в таких. Друзья, все ласты, которые сегодня будут на разборе, мы оставим по ссылке в описании. Заходите, смотрите и выбирайте на сайте MadWave. Более того, по промокоду SWIMROCKET в течение месяца после выхода этого ролика вы получите дополнительную скидку 15% на категорию инвентарь. Туда входят ласты, лопатки, рюкзаки и другие аксессуары для плавания. Кроме того, если вы оплатите покупку онлайн, то общая скидка составит 25%. Вся информация будет продублирована в описании к видео. Пожалуйста, выбирайте. Ну а мы переходим к обзору ласт и начнем с особенной категории. Это ласты для браса. Они имеют причудливую форму, похожую на окружность. Это нужно для того, чтобы без проблем подтягивать ноги к себе без лишнего сопротивления в воде. Но при этом при толчке по воду они создают хорошее сопротивление и качественно продвигают вас вперед. Пятка здесь сделано на резинке для того, чтобы сделать голеностоп максимально подвижным, ведь он очень сильно крутится при плавании брасом. Кроме того, есть отверстие, чтобы вытекала вода. Сделаны эти ласты из силикона, который является гипоаллергенным материалом и очень комфортный в носке. Ласты называются «Позитив» для позитивных брасистов, ведь для плавания брасом они просто незаменимы. Стоят эти ласты 4990 рублей. Что вполне оправдано, ведь выполнены они очень качественно. А по скидке вообще 3700 подарок. Если человек оценивает, насколько дорог подарок, то тогда это не человек не должен понимать подарок, расценивать. Вторые ласты в линейке называются Fins Training 2 Rubber, что значит, что они сделаны из резины. У меня такие ласты были в детстве. По опыту скажу, что они очень жесткие, трут стопу и вообще подходят только для очень коротких дистанций. Не совсем понятно, зачем они сейчас нужны в линейке MadWave, потому что, на мой взгляд, по сравнению с остальными ластами, это просто хлам. Поэтому мы их переносим в категорию хлам. Такие ласты не доставят вам удовольствия от тренировок, к тому же стоят они неоправданно дорого, целых 4490 рублей. Ну, странно, для таких ласт эта цена очень высокая. Ребята из MadWave, я надеюсь, вы меня поймете, но вот это реально хлам, и мы должны быть объективными. Далее мы переходим к категории сомнительно, но окей. Это ласты Flippers. Они подходят для самого начального уровня, либо для детей в маленьких размерах. На ластах есть специальные насечки, чтобы они не скользили по бортику, а также они очень мягкие, подходят для любой стопы. В целом можно их купить, они довольно бюджетные, стоят около 2000 рублей. Для старта вполне пойдет. Кроме того, это новинка в линейке, они очень легкие и подходят абсолютно для всех любителей. Какого бы уровня вы ни были, в этих ластах вам будет комфортно. В целом, если бы кто-то из моих друзей спросил меня, можно ли в них тренироваться, я бы ответил положительно. Ласты в целом окей. Ну и теперь магия монтажа. Так, далее у нас идут категория ласт, которые можно относить к классным ластам. Это модель пропеллер, пропеллер Max, если быть точнее. Ласты невероятно мягкие, сделаны из очень нежного силикона для комфортной посадки. Кроме того, здесь закрытая пятка, что не даст им слетать во время тренировок. Давайте объясню, для чего вообще на некоторых ластах закрытая пятка, а на некоторых открытая. Это сделано с целью повысить подвижность голеностопа при открытом варианте и улучшить фиксацию при закрытом варианте.
Что из этого лучше сказать, трудно, но почему-то все топовые модели делаются именно с открытой пяткой. Хотя этот вариант ничем ему не уступает. Кроме того, есть отверстия для того, чтобы вытекала вода из зоны стопы, насечки на пятке, чтобы ласты не скользили по бортику, а также дополнительные боковые ребра, раздвоенные для усиления движения ног во время плавания. Простыми словами, когда вы работаете в этих ластах, вот эти ребрышки цепляются за воду, продавливают ее еще сильнее, что быстрее движет вас вперед. Дорого. Стоят эти ласты практически 5000 рублей. По нашей скидке это будет 3700. В целом всем рекомендую. Классная мягкая модель из очень приятного силикона. Итак, модель номер 5. Это ласты Fins Training. Они довольно тяжелые, увесистые. Здесь есть боковые ребра жесткости, ребро жесткости посередине ласты, а также закрытая пятка для надежной посадки. Ласты подойдут для коротких дистанций. При аэробной работе ноги в них могут просто начать затекать. Есть стандартно насечки, чтобы ласты не проскальзывали по борту. Модель довольно неплохая, подходит как любителям, так и профессионалам, которые занимаются спринтерским плаванием. Отнес эти ласты к категории классных, потому что они сделаны также из силикона, что является лучшим материалом для ласт. Упругие, что делает их мощным инструментом при работе ног. И в целом очень сбалансированы. Единственный их минус — это то, что они довольно тяжелые, и в них могут быстро устать стопы. Поэтому совсем к топовым их относить нельзя. К покупке рекомендую, стоят они без скидок почти 4000 рублей. По скидке будет очень даже выгодно. Так, ну и переходим к элите, просто топовым моделям в линейке Medway. Первое. Это модель Open Heel. Кто знает английский, это открытая пятка. Собственно, так они и выполнены. Модель является самой популярной в линейке. Их покупают как взрослые, так и дети, как любители, так и профессионалы. Все очень просто. Они невероятно удобны из-за того, что голеностоп очень подвижен с такой конструкцией ласты. Также классные жесткие насечки для отсутствия проскальзываний, крутые раздвоенные ребра жесткости, дополнительные два ребра жесткости на подошве, очень мощные ласты, очень упругие, из классного силикона сделаны. Мне нравится и дизайн, и жесткость, и в целом модель очень гармоничная. Я в таких ластах плавал, ощущения реально крутые, они довольно мощные, но немножко не дотягивают до моего идеала. Стоят 5000 рублей, по скидкам еще дешевле. В целом, крутая модель как для профиков, так и для продвинутых любителей. Ну а то, чего не хватает в этих ластах, а именно мощности при ударах, решено вот в этой модели, которая называется Chaser Tech. Это новинка и уже флагман в линейке Medwave. Ласты очень увесистые, но при этом довольно мягкие, с дополнительными ребрами, раздвоенными по бокам. А также есть крутая технология снизу. На вот этих ребрах жесткости дополнительные насечки создают еще больше инерционное усилие при ударе. То есть они сильно-сильно отпружинивают от воды, когда вы продавливаете ее вниз и вверх. Выглядят просто как какой-то спорткар, вот эта вот глянцевая линия. В целом они матовые, красивый черный цвет. Я бы брал их именно в этой расцветке. Пятка здесь открытая, голеностоп подвижный. К тому же вот эта зона очень широкая, что делает их посадку очень надежной. Я проплавал в такой модели больше всего времени в своей карьере. Хочу сказать, что это лучшее, в чем мне приходилось тренироваться. В них реально ноги работают как пропеллер и при этом вообще не устают. Подходят эти ласты прежде всего для профессионалов, как для плавания на спринтерских дистанциях, так и для длинных стайерских марафонов в бассейне. Очень крутая модель, всем рекомендую, стоит 5500 плюс скидка по промокоду. Друзья, ну а я напоминаю, что все эти ласты, которые были на разборе, вы можете найти по ссылке в описании ниже. Заходите на сайт Medwave, там по промокоду SwimRocket вы получите дополнительную скидку. А с вами был канал SwimRocket, Александр Бубнов. Всем пока-пока!